Всем здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, и как и обещал, в следующей серии King Dooms мы идем с вами в руины. Давайте же посмотрим, что здесь такого есть. Опа, опа, тут что-то есть интересное у нас. Мы это можем собрать? Так, не можем. Я думаю, нужно достать меч. Надо быть всегда наготове в любых руинах, потому что тут могут встречаться какие-нибудь монстры или еще кто-то. Грибы мы тоже не можем собрать. Как-то обидно. О, сталактиты, или как правильно их, сталагмиты. Наверное, сталагмиты, которые стоят. Сталактиты — это вот эти вот висящие штуки. Так, железная руда. О, но у нас нету навыка горняка, то есть мы не можем ее добыть. Но мы можем происследовать еще дальше. Что тут есть? Интересно. Может быть, тут какой-нибудь тайник есть? И есть клад, еще железная руда. Это круто. Это круто. Кто? Я уже подумал, кто-то идет. Так, здесь никого нету. И тут никого нету, и тут. Я не заблудился, не? Мне кажется, я, наверное, заблудился в этой пещере. А тут карта действует? Нет, карта тут не действует. Вот эти вот немножечко фризы и лаги в текстурах — это еще та проблема. Как-то спокойно какая-то пещера, аж странно. Я думал, будет что-то интересное. Но она прям чересчур спокойная. Так, вот какой-то голод появился. С чего бы это вдруг? Мы же перекусили ягодами, от которых потом может напасть дрыстун. Но голод есть. Непонятки какие-то, ребята. Вообще непонятная пещера. Ничего в ней нету, кроме железной руды. Никаких тайников. Больше никакой карты у нас нету. Мы никак не можем просмотреть, что здесь есть еще. И, естественно, тут кромешная темнота. Не такую я себе представлял пещеру, если честно. Поэтому, я думаю, нужно, наверное, отсюда выбираться. Ничего полезного тут нет. Это мы на выход, да, идем? Или нет? По-моему, да. Мы же отсюда пришли. Да, все, выходим. Здесь у нас уже расцветает и идет, как всегда, дождь. Дождь в этой игре — это огромное такое, знаете, знаю, сезон огромный, климатический. Постоянно идет дождь. Я уже даже не знаю, что с этим делать. Давайте пойдем в свою деревню, посмотрим на ее развитие. Сколько уже поселенцев. Как там вообще продвигаются дела в нашей деревне, и продвигаются ли они вообще. И, возможно, сейчас попробуем приготовить вот эту вот оленину, стейк. Так, 9 поселенцев, ух ты. Средний уровень жизни. Ух ты, ух ты. Я думаю, нужно познакомиться, во-первых, с людьми, во-вторых, надо, наверное, добавлять торговый минус, да? Давайте добавим, наверное. А добавим много процентов, никто не будет приходить. Давайте нет, не средний уровень, а когда будет высокий уровень жизни, или как-то вот так, мы тогда с вами добавим налоги. Сейчас добавлять налоги не вижу смысла. Вдруг люди уйдут. Как-то не хочется, чтобы люди ушли. Ага, здесь мы ничего такого сделать не можем. Надо искать другое заведение. Так, в этом доме, интересно, кто-нибудь есть? Кто-то живет здесь? О! Неизвестный поселенец. Меня зовут Акамарачи. Так, охотится. Так, оленя. Пирушку. Хорошо, добуду тебе мясо. Не. Так, мне нужна помощь. Можешь меня чему-нибудь научить? Кое-чему. Нет, мне такого не нужно. Заканчиваем разговор. Давайте поспим 6 часов. Давайте поспим до 7. Уже нормально прям рассветет. Вообще не люблю темноту. Да и в этом мире постоянная темнота. Очень долго идет ночь. Прям очень. Мне не нравится это, если честно. Так, люди построили еще дом какой-то.
А, это даже он лавка какая-то торговая, не понял. А где вход? А вот вход. Но тут ничего нету, да? И создать я тоже тут ничего не могу. И пока купить я ничего здесь не могу. Странно, может еще не достроили, но по-моему достроено. Если так уже можно зайти в здание. Тем временем все, прибывают поселенцы, уже 234 поселенца из 2000, это прям вот так, меня зовут Акамарачи. Так, нет, закончить разговор, что-то ест, бухает. Так, нет, закончить разговор, ничего мне от него не нужно. Видите, мы у него не можем ни порыться нигде, ничего у него забрать не можем. Так, значит, нам нужно что-то приготовить, похавать. Давайте, наверное, вот сюда зайдем. Попробуем этот стейк приготовить, если у нас еще получится с вами его приготовить. Это же дело такое. Так, создать. Жареная оленина. Ну-ка, есть. Как быстро создалась у нас. Сколько она даст нам? Голод 75. О, ну тогда подождем. Подождем, еще мы сильно не голодны. Это будет как наша спасательная такая НЗ, как правильно будет это назвать. Медведь, блин, ребята, медведь. Медведя мы не убьем. Не убьем. Что у нас можно построить? Что у нас можно построить? Давайте глянем. Так, ну на это нужно камень, камень, камень. Мы можем, вот это мы все построили, общинный дом, ратушу мы построили, деревянные стены, каменные стены. Ну, будем строить сразу каменные, деревянная башня. Ё-моё. А может попробовать его убить, как считаете? Но я думаю, что мы сами не справимся. Управление поселением. Селенцы. Мы мало с кем познакомились. О! Медведь атакует. Надо сделать досок и сделать стрел. Ёшкин кот, он на нас бежит, ребята. Хе, Вася, смотрите, как он прикольный. Конечно, прикольно, прикольно, но он нас может завалить. Надо куда-то уйти. Уа! Он в дом не может зайти, наверное. Ну и слава богу, все. Сейчас мы быстренько сделаем эти стрелы и все остальное создать. Давайте досок сделаем. Досок сделаем мы. 4 тык-тык-тык-тык. Деревянных стрел. Во! Отлично. И теперь уже можно что-то как-то повоевать с ним. Чик. Где он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Загрузиться. Так. Вот это было у нас сохранение. Давайте вот это и загрузимся, да? Ну, удара завалил, нифига себе. Короче, не надо доводить до того, чтобы вас завалил медведь. Да, вот мы как раз сохранились и здесь. Медведь сейчас придет. О, какая-то женщина. А ну-ка. Здравствуйте, мне нужна помощь. Так, чем могу тебя научить? Я была в армии? Нет. В армии мне не надо. И она чем-то занимается. Медведя пока мы не наблюдаем. Но все вышли. Короче, ладно. Сейчас мы приготовим похавать. Что, у меня в руке стрела, что ли? Ё-моё. Есть немножко стрел. Давайте мы сделаем жареную оленину, как и в тот раз. Быстренько. Жареная оленина создадим. Отлично. Получили немного опыта. И нам бы что-то как-то вот травничество или не травничество. Нам бы чему-то такому научиться. Да и вообще уже у нас с вами какой уровень? Шестой уровень, да, уже скоро будет седьмой, а мы с вами ничего такого построить не можем интересного. Деревянный дом. Это мы построили кузницу, пекарня вот.
Но пекарню мы тоже построили. Мельницу мы строить не можем. А рабочий травник нам нужен. Сад. Рабочий садовник. Тык-тык-тык-тык. Давайте тогда найдем нашего садовника. Управление селением. Вот садовник. Давайте его найдем. И пойдем с ним поговорим. Может быть, он сможет нас научить. Денег у нас хватает. Такс. Где он? Вот он, да? Так. Можешь мне чему-нибудь научить? Растения. Давайте. Дружба 10, золото 500. Садовник. Закончить разговор. Садовник, мы теперь садовник. А что нам теперь можно? Давайте посмотрим на навыки. Появился ли навык? Да, садовник позволяет собирать семена. Домик фермера и сад мы можем строить. Так, домик фермер. Не знаю, что нам даст это, но давайте. Вот так. Это мы не можем построить, да? Мы только пока домик фермера можем. Окей. Домик фермера, так домик фермера. Давайте его. Название, назвать поселение. Фома давайте назовем. Не, фарм. Фарм, вот так вот. Основать. Фарм был основан, отлично. Так, на Е. И построим быстренько. А вот теперь, ребята, я пожалел, что я сожрал всю пшеницу, потому что, смотрите, мы можем с вами сделать из пшеницы семена. Количество от 1 до 3. И это обидно, потому что всю пшеницу я пустил на жрачку. Теперь ее надо где-то найти, чтобы превратить в семена. И теперь мы, я думаю, сможем построить сад. Да, мы сможем построить сад. Давайте сразу же вот возле этого домика где-то мы построим. Так, где мы построим сад? Тут нигде нельзя построить, да? Блин, а чё ж так? Чё за невезуха такая? Сад, сад, сад. Не хочет он нигде строиться. Вот, блин. Повернуть здание. Может, вот тут где-то мы сможем его впихнуть. Гляньте, вообще мы нигде не можем его впихнуть. Ерундистика какая-то. Слишком крутой холм. Ну, короче. Короче, отставить. Лошадь мы с вами не можем оседлать. Наверное, не можем. Значит, нам нужно найти какие-то травы. Нужны найти, ну не как травы, а овощи, травы, что-то такое. Это нужно вот это ходить, вот так вот исследовать и искать. И тогда, возможно, мы с вами на что-то наткнемся, что-то найдем. И потом сможем из этого сделать семена. Там кролик или кто там бегает. Ой, короче, сделать семена. Посадить у себя, но это предварительно построив сад. А пока что ничего. Вниз спускаться я смысла не вижу, если честно, потому что там такие же лоботрясы, как и я, только у меня уже есть свое поселение, а у тех ни двора, ни кола за душой, ничего у них нету. Ни двора, ни кола. Да, что-то прям язык заплетается. Что у нас по голоду? 63, но мы будем ждать 75, чтобы голод убрать. Гляньте, бак, он держит стрелу, да? А мы убрали вообще стрелы. Не очень круто это смотрится. Но ладно, хрен с ним. Как есть, так и есть. Да, конечно, зря, зря. Я уже пожалел, что пшеницу захавали. Вот ягода. Надо ее собрать. А! Подтраивает. Ягоды. С них, наверное, можно тоже взять, сделать этот. Скажите мне, я скажу вам. Семена. Во. Папоротники. Ерунда. Говорил я, что сюда спускаться не буду, но спускаюсь при виде различных растений. О, там тоже кто-то сделал поселение. Интересно, интересно. Можно туда будет наведаться. В это поселение. И прошерстить, что там происходит у них.
Кстати, ребята, теперь странничеством собираем с одного куста не одну ягоду, а две ягоды. И это очень круто, поэтому я думаю, оленина у нас будет инзе долго-долго лежать. Сейчас 10 кустов, 20 ягод, по 3,60 голода восполнит. Это прям очень здорово. И собираться стало, гляньте, как быстро. А если еще и shift нажимать, то вообще... А, нет, shift, наверное, только с деревом работает. С ягодами не работает. Но выгодная тема, прям, ребята, очень выгодная. Нашел медведя, который нас завалил в прошлой серии. Давайте сохранимся. Прям напротив медведя. Но к нему мы не пойдем, потому что чувствую, он нас завалит очень быстро. Нехрен к нему ходить даже. Пока сконцентрируемся на сборе ягод. Аж устал собирать. Смотрите, 55 ягод. Давайте быстренько голод уберем. Гляньте, вообще красота. Как мы быстро убрали свой голод. Оленинка действительно будет очень долго у нас храниться теперь. Фух, еще собирать что-то у меня нету настроения и желания. Ой, прошу прощения, это у меня таймер зазвенел, что пора заканчивать серию. Ну ладно, на этом, ребята, заканчиваем нашу серию. Всем огромное спасибо за внимание. Кто посмотрел, лайки, комментарии, всякое такое, пишите. С вами был Акамарач.